Дорогие коллеги, мы начинаем нашу третью сессию «Законодательная база». И для приглашаю на сцену Светлану Красночуб, исполнительного директора Фонда целевого капитала МФТИ, модератора сессии. Всем здравствуйте. Мы начинаем нашу заключительную сессию, и эта сессия будет касаться законодательства. Очень важный этап. И мне хочется пригласить сегодняшних спикеров. Это Елена Иваницкая, заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций МИНЭКО. Алла Самолетова, руководитель аппарата ректора Европейского университета в Санкт-Петербурге. Дарья Мирославская, это председатель Совета Ассоциации юристов за гражданское общество. И Александр Федотовских, член Президиума Координационного совета РСПП «Развитие северных территорий и Арктики». Прошу вас, проходите. И первым у нас будет выступать Елена. Она расскажет нам об изменениях в законах, эндаументах. И эта тема волнует сообщество, и поэтому такое важное выступление мы начнем в самом начале. Елена, прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, на самом деле, наверное, ни для кого не секрет, что закон об эндаументах, который существует и который там в декабре 2006 года был принят, он выходил из недр Минэкономразвития России. И, собственно говоря, Татьяна Александровна Илюшникова, наш как бы курирующий профильный заместитель министра, была его одним из авторов. И на самом деле сегодня очень хотела присутствовать на первой пленарной сессии. Ну, не всегда желания совпадают с возможностями, но тем не менее, как бы она в курсе, эта тема ей очень близка, и учитывая там текущую ситуацию, как бы и все, что происходит, хотя на самом деле надо сказать, что над апгрейдом и над введением в профильный закон, как бы мы постоянно работаем, и тут у меня масса знакомых лиц и масса коллег, которые у нас есть, там, скажем так, экспертная группа, мы в общем, даже и в целом порядка, там, я не знаю, там 10 или 12 предложений наработали, и они не касаются, скажем так, но они были сделаны до того, как вот до текущей ситуации, но во всяком случае они есть, они нами направлены в правительство, и там по ним, ну, планово будем работать. Но если говорить о сегодняшних реалиях, и там о тех, я просто, к сожалению, не была на первой половине, но о тех рисках, которые возникли, и, ну, в общем, с тем, как и с предложением, как можно с этим бороться, поступило в Минэкономразвитие России, ну, от очень многих и сообществ, и от представителей фондов, там было коллективное письмо и к фонду управляющей компании, и от депутатов Государственной Думы, и от Российского Союза там, промышленников и предпринимателей, то есть от многих институтов поступил ряд предложений о том, что вот как бы надо спасать такой институт, ну вот прям буквально, да, как фонды целевого капитала, и где-то было 3 предложения, где-то было 10 предложений. Но хочу абсолютно точно сказать, что по самые главные, ну то есть самые главные риски и, соответственно, самые главные меры, которые эти риски могут купировать, они сходились во всех. Поэтому, ну, наверное, я уже могу про это рассказать. Было доложено министру экономического развития, соответственно, он как бы все принял, все услышал. Он, собственно говоря, в проект, это было подгружено в проект плана первоочередных действий. И, собственно говоря, сегодня будет доложено председателю. И я надеюсь, что мы вечером уже будем знать или понимать. Ну, а теперь вот как бы про конкретику. То есть понятно, что там первый риск — это расформирование целевого капитала, если стоимость чистых активов. Ну, в общем, я вас не буду утомлять, вы все в курсе, все люди грамотные. То есть мораторий на расформирование целевого капитала, соответственно,
пока нами это стоит как на 3 года, то есть там до 1 января 2026 года, я тут вам, ну, я понимаю, что есть некоторые вещи, которые могут двигаться, но в любом случае, вот, ну, вот таким образом. А второй момент, это касается, понятно, что риск – это отсутствие доходов от инвестирования и снижение объемов пожертвований, и в этом смысле увеличение размера процента от суммы пожертвований, от дохода целевого капитала, как бы и там, опять же, как временная мера, а это есть в нескольких статьях, поэтому там есть предложение по увеличению этого процента, он везде разный, опять же говорю, так как еще там попытаемся вкрутить ситуацию с чистыми активами. То есть это пройдет, ну, я надеюсь, что это в каком-то виде пройдет, вот абсолютно вам сказать точно в каком, и там это будет, ну, наверное, говорить, если было 15%, мы увеличим на 30%, или было там, ну, то есть для того, чтобы предлагать увеличение кратное в несколько раз, мы должны под это, ну, положить там, там, ну, какие-то вещи. А даже прогнозная инфляция там заявленная Алексеем Леонидовичем, да, по-моему, там 17-20%. Поэтому то есть здесь надо тоже понимать, что как бы здесь в пределах. Но тем не менее. И третья мера – это мораторий на обязательное, на обязательное использование 25%, то есть за 3 года подряд. То есть здесь, опять же, она временная, опять же, она говорится про там, 2026 года. То есть это то, что позволит сохранить, собственно говоря, тело целевого капитала. Ну вот говорю, я не знаю, как так совпало, когда организаторы придумывали сегодняшнюю дату с тем, что сегодня это там как бы будет заявлено, и, видимо, мы на это получим уже точное принятие. Соответственно, так как план... Если это попадает в план, то это мгновенная энергетика этому всему там придается, и в этом смысле там и понятно, и депутаты Государственной Думы. То есть там уже рассмотрение в очень короткие сроки. То есть я так понимаю, это уже, тогда это уже можно говорить прямо буквально о весенней сессии. То есть в принципе мы уже, когда ну, поняли, что вот мы говорим, что называется, топим за этих 3 меры. Мы, конечно, их каким-то образом положили там в текст законопроекта. Я там кому-то уже показала, кому-то не показала. Но это все лаконично, то есть там нет ничего как бы нового. Там, здесь приостановить действие, тут считать процент таким-сяким. Вот. Но я говорю, день прямо для проведения форума выбран как нельзя лучше. И, пожалуй, вот на этом я... замолчу. И искренне, как только у меня будет точная информация, я обязательно поделюсь с организаторами, если они смогут это там, расширить по участникам и по сети, то я думаю, что мы будем про это знать в самое ближайшее время. Спасибо. Спасибо, Елена. Если есть у кого-то вопросы, может быть, в чате мы, может быть, сейчас зачитаем непосредственно какие-то актуальные, или уже отнесем это на конец сессии. Я сейчас подожду, если у меня на экране, скажем так, они не появятся, то мы слово Але передадим. Ну, так вроде ничего нет, но хотя у меня вот, наверное, есть у самой один вопрос, да. Я знаю, что мы с коллегами обсуждали, и многих волнует вопрос законодательных изменений касательно содержания фондов, таких как там специализированные организации, которые, собственно, администрируются с инвестиционного дохода, в том числе и с, ну, вот с пожертвований, вы назвали сумму, но фандрайзинг в наших условиях сейчас будет тоже, мы не очень ожидаем, наверное, его. Вот. И хотелось бы спросить, есть ли какие-то вот наработки по поводу содержания изменений вот в этой части законодательных, какие они поступали и какие есть решения продвижения, если они есть. Ну, то есть вы имеете в виду вот буквально... Ну, то есть, вот, например, сейчас административные расходы фонда, мы можем выводить инвестиционный доход, но, например, фонду, вот он приостановил проекты, доходы у нас инвестиционная компания, например, не показала, но ему жить на что-то нужно, да, и какие-то возможные меры, которые способствуют вывести на административные расходы какую-то часть. Я говорю, что это в принципе увеличение
процента расхода на на административно-управленческие моменты, это как бы предусмотрено. Там несколько статей, там, соответственно, я их не помню. То есть там их, они касаются... То есть там 5, по-моему, где 5%, и где 15, 10, и где 25. Да, они, каждая из этой статьи это касается. И везде предполагается увеличение там, в два раза пока. Более того, говорю, там, в принципе, или введена норма, опять же говорю, я не уверена, что она там сможет пройти, это там 1% от чистых активов. Ну, то есть, либо так. То есть, увеличение как временная мера, а чистые активы, как, ну, возможно, зайдет как постоянное. Ну, я говорю, опять же, здесь это несколько... Я не могу сказать, что мы про это не думали. Мы, конечно, про это думали, да. Но говорить с полной уверенностью, что вот это будет ровно так, на мой взгляд, немного преждевременно. Хотя, говорю, в любом случае, как бы вот все из трех из озвученных мер, они заявлены, и там вот на этапе предварительном они одобрены. Хорошо. Спасибо вам большое. И я передаю слово теперь Алле Самолетовой. Она расскажет о результатах работы экспертной группы при МИНЭК, как раз тоже в части каких-то поправок, может быть, более детально. Алла, прошу. Да, Светлана, спасибо большое. Коллеги, еще раз добрый день. Очень приятно, что мы сегодня собрались в очном формате и, наконец, возобновили личные какие-то связи. Безумно рада всех видеть. И мне кажется, очень символично, что сегодняшний день действительно совпал с тем, что важный для фондов целевого капитала пакет мер пройдет финальное рассмотрение. И мы будем надеяться, что все случайности, не случайные, все-таки нас в конце ждет какое-то... хорошее решение, которое будет полезно для всего сектора. А я, со своей стороны, сегодня позволю тоже немножко отмотать время вспять и рассказать о той работе, которая проведена была еще до Нового года, но поскольку у нас не было возможности встречаться вот так вживую, мы сообществу не успели об этом широко рассказать. А на самом деле, начиная с осени 2021 года, по приглашению Министерства экономического развития, по приглашению Елены, ряд экспертов, представители экспертного сообщества провели обсуждение тех мер, которые, как нам кажется, могли бы в дальнейшем совершенствовать закон 275 о целевом капитале, ну и, собственно говоря, в некоторых моментах продолжили работу по уточнению тех практик, которыми мы пользуемся с вами в повседневности. То есть эта работа была начата нами очень давно, она не прекращалась. Это тоже было, кстати, очень хорошо, что несмотря на пандемию, несмотря на некоторые разрывы, мы продолжали думать о том, как закон может совершенствоваться дальше, и закон не стоит на месте. И вот я хотела бы рассказать о главных вещах, до которых мы коллегиально договорились, и Министерство экономического развития взяла эти наработки в дальнейшую проработку, и мы тоже надеемся, что, ну, возможно, к концу весны, если все благополучно сложится, в каком-то из докладов в министерстве эти нововведения каким-то образом прозвучат. И позвольте вначале содержательных моментов, а потом на технические перейти. Из содержательных важных моментов мы предложили подвергнуть, ну, то, как сейчас модно говорить, регуляторной гильотине, ну, так мы в рабочем порядке, конечно, это называем, положение о платных видах деятельности, которые действуют для некоммерческих организаций, собственников целевого капитала. Мы прекрасно понимаем, что на практике некоторые некоммерческие организации, ну, имеют некие зарегистрированные АКВЭДы, при этом эти АКВЭДы могут предполагать как платный вид деятельности, так и бесплатный вид деятельности. Часто АКВЭДы не вполне корректно вписываются в мандат деятельности организации, или организация эти АКВЭДы, ну, как бы пытается к себе применить, но они не очень хорошо описывают ее деятельность. И, в общем-то, уже действительно назрела необходимость в том, чтобы от платных видов деятельности, по крайней мере, от вот этого закрытого списка отойти. У нас, напомню, что в 275 ФЗ уже и так есть
меры контроля за использованием дохода от целевого капитала. У нас уже определен перечень сфер применения дохода от целевого капитала, и мы уже прекрасно понимаем, даже по нашей сложившейся практике, какие именно организации вправе формировать целевые капиталы внутри себя и заниматься деятельностью по формированию и пополнению целевого капитала. Поэтому, ну вот как бы это положение, которое было принято параллельно с законом, уже устарело морально, и нам казалось бы логичным от него сейчас отказаться. Второй вопрос, это тоже давняя история, это вопрос об использовании собственных средств для формирования и пополнения целевых капиталов. Понятно, что мы еще можем с вами спорить о том, насколько пригодна для Российской Федерации модель так называемых квази-эндаументов, когда мы могли бы распоряжаться своими свободными собственными средствами для того, чтобы пополнять и выводить средства из целевого капитала. Мы знаем, такая модель в мировой практике присутствует. Это, конечно, пока еще очень дискуссионный пункт, поскольку мы даже на самом деле не вполне всегда в состоянии определить объем этих собственных средств некоммерческой организации, потому что есть ряд обязательств, например, по целевому использованию или по каким-то другим основаниям. Однако то, что нам кажется важным в связи с возможностью реинвестирования неиспользуемого дохода, но на практике мы знаем, что часто фонды целевого капитала, даже понимая то, что доход, который образовывается к концу отчетного года, не обязательно выводить к себе на счета, а можно просто направить доверительному управляющему письмо с просьбой реинвестировать этот доход без вывода, тем не менее на практике этим инструментом довольно широко пользуются. И потом попадают в неправомерную административную ловушку, потому что как только эти средства оказались у вас на счету, они становятся, это мы говорим сейчас как о фондах целевого капитала, так и о НКО, у которых целевой капитал внутри. Да, как только эти средства оказались у вас на счету, они мгновенно превращаются в собственные средства, и если по каким-либо причинам вы их в этом году не используете, вы не имеете возможности их вернуть для пополнения своего собственного целевого капитала. Это административный барьер, который, как нам кажется, тоже было бы важно снять для того, чтобы внести какую-то ясность в практическую деятельность фондов целевого капитала. Далее, третий момент, это то, что фонды целевого капитала, как мы знаем, имеют статус специальной специализированной организации и, соответственно, в соответствии с законом имеют право заниматься только деятельностью, направленной на формирование, пополнение целевого капитала, распоряжениями этими средствами, то есть передача в доверительное управление, использованием и распределением дохода от целевого капитала. Однако мы все прекрасно тоже, как практики, с вами понимаем, что за всеми этими процессами и формирование, и пополнение, и передача в доверительное управление, и в использовании дохода часто кроется большой пласт сопутствующей деятельности. Мы, например, понимаем, что деятельность по привлечению средств в эндаумент тесно связана с формированием и пополнением целевого капитала. Мы понимаем, что для использования дохода целевого капитала вполне возможно, что фонды хотели бы проводить какие-то конкурсные процедуры для выбора управляющих компаний или каких-то других аспектов. Важно было бы проводить и быть заказчиком каких-то, например, исследований, работ. И вот эта вся сопутствующая деятельность, вот если строго следовать букве закона, сейчас выпадает из того спектра деятельности, которым может заниматься специализированный фонд целевого капитала. Поэтому мы предприняли много разных попыток в течение последних лет для того, чтобы как-то порядок с этим навести. Не очень были услышаны наши аргументы до сих пор, и поэтому сейчас мы перешли к такому лингвистическому ответу на вызовы, которые стоят перед нами, и мы попытались в том проекте, который мы предложили министерству, поиграть словами. Мы говорим, что мы теперь специализированная организация не исключительно для формирования, пополнения и так далее целевого капитала, а мы организация, которая осуществляет эту деятельность в целях формирование, пополнение и так далее. То есть вот когда мы переводим с языка деятельности, как некого закрытого списка, на язык целей, ради которых могут осуществляться те или иные шаги, нам кажется, это имеет больше шансов на то, чтобы быть услышанными и на прохождение в дальнейшем. Следующий важный аспект, аспект, который мы сегодня тоже много обсуждали, но правда в другом свете, это порядок расформирования целевого капитала. Мы сегодня все говорили панически немножко о 50%, но хотелось бы напомнить еще и о другом моменте.
Дело в том, что законом у нас определен достаточно понятный и закрытый список оснований для расформирования целевого капитала. И вот в этом закрытом списке нет такого вполне очевидного основания, которое связано с тем, что организация с течением времени, а мы все-таки говорим о долгосрочной перспективе, когда формируем целевой капитал, может поменять цель своей деятельности, сферу применения целевого капитала, ну, в общем-то, существенно изменить сами условия работы организации. Вот закон сейчас не описывает никоим образом то, какой алгоритм срабатывает в случае наступления таких обстоятельств. И нам кажется, что в данном случае данное условие нужно занести и прописать в законе 275-м о целевом капитале и уполномочить высший орган управления НКО, собственника целевого капитала, правом принимать решение о расформировании целевого капитала, если такие обстоятельства, вот изменения мандата организации, наступают. Важный момент, что происходит со средствами, которые остаются в целевом капитале на данный момент, когда эти обстоятельства наступают. В текущей версии 275-го ФЗ, в общем-то, заложены тоже определенные процедуры, но они не всегда понятны при детальном и внимательном прочтении, поэтому мы тоже здесь не хотели бы немного уточнить формулировки и предусмотреть возможность, при которой НКО с целевым капиталом внутри могла бы передавать средства на осуществление собственной уставной деятельности либо на благотворительные цели, а специализированный фонд целевого капитала мог бы передавать оставшиеся средства целевого капитала получателям дохода от целевого капитала. То есть это вполне понятная процедурная вещь, которую мы бы хотели в законе отразить и закрепить. Вот это были, наверное, самые основные содержательные вещи. Остаются, ну, более технические моменты, которые тоже очень важны, и не хотелось бы про них забывать, и они касаются в большинстве своем и фонда, который формирует целевые капиталы внутри, и организации, которые формируют целевые капиталы внутри, ну и ряд других еще видов деятельности. Я, позвольте, здесь уже не буду так вот расширенно, поскольку не хотелось бы выйти за предоставленный нам регламент, поэтому пунктирно об этих вещах бы сказала, что в разработанных поправках мы попытались уточнить определение финансового плана, ну то есть мы все видим этот финансовый план в законе, но мало кто улавливает, а что же это за финансовый план, особенно когда финансовый план нужен для целевого капитала, а мы привыкли жить, что у нас есть собственный бюджет. Вот предложив это определение, мы попытались разрешить давнюю дилемму и предоставить некоммерческими организациями возможность выбора. Мы либо делаем единый консолидированный бюджет, и часть, касающаяся целевого капитала, является его неотъемлемой частью, и это вот и есть финансовый план некоммерческой организации, либо мы живем, как многие из нас привыкли, у нас есть обычная смета и бюджет на организацию, он такой как бы наш рабочий, и есть публичный документ «Финансовый план», который мы в соответствии с 275 ФЗ ведем и поддерживаем. Важный момент, касающийся еще деятельности по утверждению финансового плана, мы предлагаем внести изменения в предельные сроки, которые отводятся законом для утверждения финансового плана. Напомню, что сейчас это один месяц, мы предлагаем рассматривать три месяца. Почему это делается? Потому что, ну, мы понимаем, что на самом деле финансовый план проходит некоторые неотъемлемые части согласовательных процедур. Да? У нас, с одной стороны, есть Совет по использованию целевого капитала, с другой стороны у нас есть правление, а с третьей стороны, это то, о чем забываю всегда, новоиспеченные фонды целевого капитала. Если целевой капитал формируется за счет средств одного жертвователя, то финансовый план согласуется в обязательном порядке и с ним. То есть это три инстанции, которые захотят, наверное, как-то серьезно посмотреть на данный документ, особенно в текущей ситуации. И зачастую за месяц вот провести два больших заседания и направить своему жертвователю документ просто представляется невозможным. Далее мы также, вот сегодня термин дня диверсификации, я другой термин применяю, вариативность, мы предлагаем вариативность по выводу дохода для НКО собственников целевого капитала, это те организации, у которых целевой капитал внутри. Понятно, что у нас по закону для всех операций по целевому капиталу создается спецсчет,
Но если эта организация имеет целевой капитал внутри, у нее уже есть текущий счет, есть спецсчет. Если понятно, что при формировании средства поступает на этот спецсчет, то не вполне корректно, когда и доход, учитывая, что единственный благополучатель – это та же самая организация, попадает на специальный счет, потом начинается со специального счета, мы не можем вести деятельность, надо перекидывать на расчетник. Ну, в общем, возникает много технических моментов, которые усложняют административную организационную жизнь организации. И в этой связи мы предлагаем вот эту вариативность заключить, что можно выводить средства и тратить эти средства как со специализированного фонда счета, простите, так и из обычного расчетного счета. Мы поднимаем также вопрос о возможности использования выведенного, но пока еще не используемого дохода вот для этих же самых собственников целевого капитала с эндаументом внутри, для временного размещения на депозит. Это тоже очень важно, потому что когда у нас специализированная организация, мы передаем доход, полученный благополучателю, уже благополучатель вполне резонно может эти средства временно разместить на депозит и получить дополнительный доход. Организация, у которой ЦК внутри, этой возможности лишена, тоже неправомерно, потому что средства могут использоваться в течение какого-то продолжительного периода времени, и они тогда просто замораживаются на счетах и никак не используются, а можно было бы с них что-то получить. Ну и по аналогии со спецфондами мы также просим рассмотреть ситуацию, при которой некоммерческие организации, у которых возникает эндаумент, и у них уже есть по закону, а это фонды, свой попечительский совет, возможностью распространить функции совета по использованию целевого капитала на этот попечительский совет. Но нет нужды формировать два надзорных контрольных органа, потому что они все, по сути, заменяют друг друга. Если с эндаументами, со специализированными фондами в этом ясность была с самого начала, то вот в фондах, у которых сейчас целевой капитал появится внутри, этого не предусмотрено. Ну и последнее, о чем я хотела сказать, что мы бы хотели более явным образом прописать возможности по использованию дохода от целевого капитала на административно-хозяйственную деятельность собственников целевого капитала, у которых целевой капитал внутри, более четко дать понять, что те организации, которые доход тратят на себя, вправе на свое содержание, на ведение уставной деятельности потратить любую долю полученного ими дохода, как весь, так и частично. То есть, чтобы вот этот вопрос тоже спорный однозначным образом снять и закрепить в законе. У меня все, коллеги, спасибо большое. Спасибо вам, Алла. У нас есть один вопрос, мы немножечко по времени идем, не успеваем, но, может быть, коротко получится на него ответить, и он важный. Да? Обсуждалось ли такое, и возможно ли участие государства как жертвователя в долгосрочные эндаументы в будущем? Вот мне бы очень хотелось этот момент. Сейчас прошу Аллу или Елену, кто... У меня нет ответа на этот вопрос. Я не могу, даже знаете как... А вот такое вообще обсуждается? Была ли дискуссия? Возможно, какие-то аргументы есть, за или против? Я думаю, что участие государства в любом случае в поддержке, в регуляторике, да, но в качестве жертвователя, на мой взгляд, это каким-то образом вообще нарушает сам принцип, что ли. В принципе, сам принцип, саму основу существования этого института, этого явления. Это, на мой взгляд, что бы мне очень хотелось сделать, и на что бы, я надеюсь, там хватило сил у меня, у Минэкономразвития, у нашей экспертной группы, это внести изменения в налоговый кодекс и приравнять фонды целевого капитала к тем, там есть у нас некоммерческие организации, которые состоят в реестре, есть религиозные организации, которые не состоят в реестре, но они есть, и вот... И когда, жертвуя вот этим двум видам организации, соответственно, юрлицо получает там некие преференции. То есть вот это мне, это, скажем так, не всегда, я несколько раз озвучивала, видела откровенную поддержку этого момента, но мне кажется, это вещь, которая интересная, вполне себе, наверное,
ну, вот в отличие от государства-жертвователя, возможны. Спасибо. Сейчас мы дадим слово Дарье Милославской, и она нам расскажет роль места целевого капитала в общественном сознании и при чем здесь закон. Вот здесь интересные будут, наверное, ну, мы ждем, по крайней мере, как это, противоречия, возможно, или пересплетения разных законов, да, не только нашего 275 ФЗ, да, но и других законов, где они натыкаются на какие-то противоречия. Дарья, прошу вам слово. Спасибо, Светлана. Здравствуйте, дорогие коллеги. Вот этот вопрос, который сейчас у нас на экране, он просто специально пришел к теме, о которой я хотела говорить. Государство в принципе не может быть жертвователем. Ни один закон не позволяет государству просто так жертвовать. У него есть бюджет. Из этого бюджета пожертвовать ничего нельзя. Поэтому вот я понимаю, Елена Алексеевна, человек дипломатичный, а я-то нет, за это нас юристов не любят. И когда возникает вопрос, то ли деньги, то ли закон, то по количеству людей, которые остались на этой секции, понятно, что деньги важнее. Но для нас важнее закон. И вот когда мне, к счастью, удалось участвовать среди тех немногих людей, которые 15 лет назад этот закон как-то вот лепили из того, что действительно было в тот момент, потому что мы не знали, что будет. Мы представляли, что есть в других странах, мы представляли немножко законодательную ситуацию у нас в России. И когда текст закона был уже готов, и многие коллеги, в частности из государственных органов, говорили, вот тут не хватает, вот тут не хватает, то Артем Евгеньевич Шадрин, спасибо ему большое за этот закон, сказал, мы потом все исправим. И исправляли действительно, 7 раз исправляли этот закон, 2 раза исправляли содержательно, добавили возможность пожертвования имущества для пополнения целевого капитала и ценных бумаг, еще некоторые моменты. 2 раз исправляли содержательно вот в 2020 году, когда благотворительным организациям вдруг ни с того ни с сего, извините, пожалуйста, дали возможность формировать целевой капитал, хотя благотворительные фонды, несмотря на запрет в законе о благотворительности, все равно его формировали. Это я к тому, что важнее деньги или закон. И получается ситуация, что у нас целевой капитал, он так висит немножко в воздухе. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что есть 2 категории, организации, которые формируют внутри, которым дано такое право, организации, которые учреждают через физических лиц, естественно, специализированные фонды управления целевого капитала, и у них, в принципе, регулирование это должно быть разным. Потому что специализированный фонд имеет одну цель создания, а организация, которая решила создать внутри, просто решила добавить себе новый источник формирования имущества. И в законе о некоммерческих организациях, не поверите, один раз используется словосочетание «целевой капитал». Именно в статье, которая говорит о том, что в принципе возможно и такое формирование имущества, как создание целевого капитала. Если посмотреть вообще российское законодательство, то мы понимаем, что у нас есть в налоговом кодексе, естественно, упоминание о целевом капитале, там, где мы говорим о доходах, которые не подлежат налогообложению и о вычетах для физических лиц. У нас есть упоминание целевого капитала в законе о научном фонде, что он может создавать, в законе о международных фондах, что они не могут создавать, и в принципе все. А в гражданском кодексе у нас про целевой капитал вообще не говорится. И таким образом фонды целевого капитала у нас так как-то в обиженном состоянии находятся. Инвестиционные у нас есть там негосударственные пенсионные, у нас есть общественно полезные и личные. А те, которые специализированные фонды управления целевого капитала, не относящиеся ни к одному из них, они висят, их нет. Поэтому, когда возникают сложности, естественно, никто закон читать внимательно не хочет. Я вам сейчас расскажу, почему. Не почему, а почему я так думаю. И кто как вот хочет, тот так этот закон и применяет, считая, что какие-то нормы закона о некоммерческих к нему применимы, какие-то нормы закона непонятно чего применимы. И почему я уверена в том, что у нас нет понимания вообще в общественном сознании, и тут вот с Игорем Задориным я могу согласиться, понимания, что такое эндаумент. Нахожу письмо Министерства просвещения. Эндаумент – фонд целевого капитала в некоммерческих организациях в сфере образования или культуры, который формируется за счет добровольных пожертвований. В частности, в школьный фонд целевого капитала могут приходить пожертвования благодарных выпускников. Это письмо Министерства просвещения. То есть это люди, которые претендуют на то, чтобы как-то там, не знаю, в школы внедрять понятие целевого капитала. Ну, я
Считаю, что это наоборот, отвращать от целевого капитала, рассказывать вот такими словами. Берем судебную практику. Ее очень мало, но просто вот наугад. Это Мордовия, судебное решение. Деятельность адвокатской палаты регулируется не только федеральным законом об адвокатской деятельности и так далее, но и законом о некоммерческих организациях, а соответственно, пишет судья, на деятельность адвокатской палаты распространяется действие федерального закона о порядке формирования целевого капитала, потому что адвокат сказал, что он не хочет платить в фонд адвокатской палаты свои 500 рублей. Пошел в суд, и вот судья делает такие выводы. 19-й год, статья в «Экономике и жизни». Кандидат экономических наук пишет, в общем, он из сказанного можно сделать вывод, что целевой капитал является специфической разновидностью средств целевого финансирования, порядок формирования и расходования которых регулируется отдельным федеральным законом. То есть человек вообще, извините, я не знаю, может здесь есть автор, вообще ничего не понимает в целевом капитале, если он пишет такие вещи. «Экономика и жизнь», 19-й год, не 8-й, не 9-й. А то есть уже прошло 15 лет, уже более-менее кто захотел, тот вник и понял. А кто не захотел или кто не понял, понятно почему. Потому что закон написан таким языком, что понять его практически невозможно. И как бы мы тут не латали вот это вот все, вот спасибо Елене Алексеевне, которая взяла это в руки, но Елена Алексеевна, к сожалению, не бог и не может переписать целиком закон о целевом капитале. Вот тут вот, чтобы облегчить жизнь собственникам, которых внутри тоже мы там придумывали разные вещи, но это все просто вот такие заплаточки, которые, на мой взгляд, проблему абсолютно не решат. Потому что кто как хочет, тот так закон и толкует. А практики наказания у нас нет. Это прекрасно, что наказания у нас нет. Но когда мы понимаем, что некоторые грантодающие, например, фонды в списке тех, кто может получить гранты, не упоминают, например, специализированные фонды, в списке исключений не дают специализированные фонды, то, естественно, нормальные люди что говорят? Можно. И специализированные фонды, которые, я настаиваю, занимаются деятельностью исключительно связанной с формированием, пополнением и распределением дохода от целевого капитала, у нас получают миллионные гранты и реализуют какие-то проекты, связанные абсолютно непонятно с чем, там, с детьми, с молодежью, еще с чем-то. Но это закону противоречит. Понятно, что никого не наказали. Слава Богу, что не наказали. Но это плохой пример. И если мы следуем плохим примерам и нашему пониманию, не всех, закона, то дальше у нас ничего не получится. А если мы как-то попытаемся соединить практику, которая разнообразная, есть очень хорошая, есть не очень хорошая, и внести изменения не просто, которые вот нам кажутся сейчас очень важны и нужны, облегчающие нашу жизнь и в данный момент, и вообще жизнь тех, кто решил создать целевой капитал, а как-то системно подойдем к этому вопросу, внесем понятие целевого капитала или фонда целевого капитала, там уже обсуждается, в гражданский кодекс, и там дадим понятие. И люди, которые, в принципе, иногда открывают гражданский кодекс просто потому, что они учатся на юридическом факультете, они будут знать, что это такое, то это поможет нам и в общественном сознании поднять роль эндаумента и, соответственно, отношение к закону. И еще хочу сказать, что мы... всегда говорим, да, я знаю, нас не любят, опять же, что там то нельзя, все нельзя. Понятно, что мы руководствуемся исключительно нормами закона. И вот среди тех людей, которые писали закон, у нас был представитель Федеральной налоговой службы, может быть, вы ее знаете, Зоя Ивановна Давыдова, которая, естественно, самый такой жесткий критик всей практики. Ну, вот должна вам сказать, что мы ее убедили в том, что нужно создать фонд целевого капитала, и мы его зарегистрировали. Теперь мы будем своими руками пытаться как-то вот не просто давать советы, но и решать эти вопросы уже на практике. Спасибо. Спасибо. У нас поступило еще несколько вопросов, наверное, я сейчас зачитаю. Какие антикризисные инструменты наполнения целевого капитала вы могли бы сформулировать? Вот такой вопрос, если у кого-то есть. А у нас наполнение целевого капитала может идти только через пожертвование и наследование. Давайте попросим людей, у которых плохо со здоровьем, завещание составить для того, чтобы пополнить целевой капитал. Да, кстати, мало практики в России завещаний, поэтому вот эта тема, которая у нас еще даже так вот практических кейсов не набралось, скажем так, а мировая практика это очень даже использует, и создано это было
прям как тема целевого капитала. И еще один вопрос я зачитаю. Может ли в таком, ну это в предыдущую отсылку про государство, когда мы говорили, может ли в таком случае государство помочь информированием населения на своем уровне для придания веса эндаументам и снятия подозрений, рассказывать на большие массы людей? Когда о таких фондах совсем ничего не слышат от государства, доверия им изначально мало. То есть вот, ну как бы помощь государства в части информирования и в части популяризации, что ли, этой темы. Вот какие у вас есть идеи, предложения к таким? Может быть, те, кто будут писать письма и упоминать эндаумент, сначала почитают, что это такое, и государство в лице этих людей само поймет, что это такое, а не только Министерство экономического развития будет знать хорошо, что такое эндаумент. Возможно, возможно. Ну вот, может быть, какой-то совет, да, вот здесь имелось в виду, что государство может помочь информированием. То есть вот такая история. Ну вот как смогли, мы попытались на это ответить. Я надеюсь, что что-то получается у нас, но не уверена. Тем не менее, мы перейдем. Сейчас очень важный у нас будет докладчик. Это Александр Федотовских. Он нам расскажет про региональные льготы для фондов целевых капиталов. И почему важно? Потому что регионы нам не надо забывать. Люди там тоже живут, формируются, и у них тоже свои проблемы. Александр, вам слово, пожалуйста. Да. Тоже живу. Так, наверное, удобнее будет. Уважаемые коллеги, добрый день еще раз. Я благодарю фонд Владимира Потанина за приглашение. Если сегодня федеральный закон профильный уже обсуждался десятки раз и примерное понимание движения есть, то вот что касается региональной тематики, история участия РСПП в эндаументах также 15-летняя. Именно РСПП в том числе был одним из локомотивов в свое время о том, что действительно необходимо определение фонда целевых капиталов России. И так или иначе РСПП все эти годы участвовал в том числе в формировании законодательной базы, в общении с представителями фондов целевых капиталов. Но очень активно к этому мы вернулись всего 2 года назад. И вернулись именно с точки зрения региональной специфики, когда мы участвовали в создании обновленной стратегии Арктики до 2035 года. Арктика, как вы знаете, это как раз та самая глубинка, регионы, провинция, как называют. Это регионы с очень, так сказать, сложными формами хозяйствования и проживания там. И после этого неоднократно мы собирали такие экспертные заседания для того, чтобы понять вообще, каким образом фонды целевых капиталов могут создаваться и развиваться в Арктике, на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке. Около года назад в Пензе была конференция про эндаументы в провинции. После этой конференции я приехал вот с такой большой кипой визиток, где представители регионов, и в основном это были именно как раз удаленные регионы, которых эндаументов до сих пор нет, просили, значит, вот организовать какое-то мероприятие или точечно помочь в том, чтобы такие фонды создавать и взаимодействовать с органами региональной власти и законодательной, и исполнительной, именно региональной. Я не буду это все читать, чтобы время не отбирать. Эта презентация будет доступна, если захотите, вы просто скачаете, еще раз все посмотрите. Значит, вот про федеральные льготы дальше уже тоже не буду, сегодня много про это говорили. А вот что касается регионального законодательства, тут история у нас немножко сложнее. И сложнее она в том, что мы нашли всего 3 возможности для того, чтобы получить региональные льготы фондом целевых капиталов в условиях сегодняшнего закона. Вот без тех изменений, о которых сегодня говорили. Значит, первое – это инвестиционные налоговые вычеты. Второе – это освобождение от уплаты региональных налогов. И третье – это возможности государственно-частного партнерства. То есть вот мы считаем, что фонды целевых капиталов и НКО, формирующие целевой капитал, каким-то образом могут взаимодействие с органами региональной власти вот в эти налоговые преференции получить. Значит, если с ИНВ ситуация более-менее понятна, она прописана в налоговом кодексе, то освобождение от уплаты региональных налогов – это налог на имущество, транспортный налог. И государственно-частное партнерство – это сегодня в большинстве регионов вообще диковина. Я сейчас объясню, почему. Значит, вот с января 2019 года стал действовать ИНВ,
И поправки налогового законодательства сегодня позволяют поддерживать государственные и муниципальные учреждения в сфере культуры и, собственно, делать вычет по налогу на прибыль организаций, которые пожертвуют в фонды, в эти эндаументы. Но речь здесь, во-первых, о том, что все-таки речь идет о государственных и муниципальных учреждениях, это первое ограничение, и второе – только сфера культуры. Пока только так. Я чуть попозже вам статистику покажу, где и в каких регионах это все происходит, но тем не менее ИНВ не ограничивается только этим условием. Значит, вот есть второе условие, да, что для применения ИНВ должно быть изменение регионального законодательства, то есть законодательное собрание или законодательный субъект, там, Дума региона должны принять соответствующее решение, изменить законодательство региональное, и только тогда вот эта тема заработает для именно фондов целевых капиталов. То есть ИНВ и так есть там практически во всех регионах, но вот для фондов надо принимать еще отдельно, вот отдельные поправки. И третье, это то, что ИНВ представляет компаниям-налогоплательщикам право на уменьшение налога. Не налоговой базы, а на уменьшение налога. То есть тут тоже такие хитросплетения уже у нас налогового кодекса. Касаемо, значит, налога, исчисленного как в региональный, так и в федеральный бюджет. Тут вам, наверное, не видно внизу, да? Ну, в общем, вы скачаете презентацию и посмотрите. Мы долго это готовили, чтобы было понимание, как это все выглядит. Значит, это первое. Значит, какой же опыт? Ну, на самом деле опыта не так и много. Первое – это Ростовская область. Этот регион интересен тем, что они регламентировали ИНВ и, значит, вот налог на прибыль, в частности, видите, 0% здесь, не вижу, видно вам, нет. Значит, внесли изменения в региональный, областной, вернее, закон о региональных налогах в октябре 2019 года. И в части налога на прибыль организаций установлены пониженные ставки в части сумм, зачисляемых в областной бюджет. В общем, долгая история. На формирование целого капитала они поставили 0%. Я понимаю, что, наверное, это не так много, потому что этого одного налога, да, его недостаточно вообще для такой глобальной поддержки целевого капитала. Но, тем не менее, это уже был прорыв, на наш взгляд, достаточно серьезный. Сейчас я дальше пролистаю, и вы поймете, к чему я веду. Значит, ХМАО – это как раз наша территория северная, которой мы долго занимаемся, у нас очень сильное деление там работает. Значит, там у них в закон 2011 года были внесены поправки о том, что инвестиционный налоговый вычет в размере суммы расходов в виде пожертвований 100%. То есть вы получаете ИНВ 100%. То есть сколько внесли, столько и вы получаете вычета. Да? Дальше. Крым. Удивительное дело, в 2019 году Крым внес поправки в закон об инвестиционном налоговом вычете, где также говорилось о том, что в целях поддержки муниципальных и государственных учреждений, осуществляющих деятельность в области культуры, ИНВ 100%. А вот статистика, о которой говорил. Итак, у нас сегодня всего 22 региона применяют законы об ИНВ, там разные ставки и объемы компенсаций. Я вот помните, я вам тут привел 0% и 100, это прям очень крутые, да, это крутые недоплаты и крутые возвраты. На самом деле они там плавают, но регионов всего 22. У нас в половине регионов сегодня только есть фонды целевых капиталов, во-первых, да, и в основном это регионы достаточно сильные сами по себе, если посмотреть ранжир, да, в основном создаются фонды целевых капиталов в экономически сильных регионах, где есть предприятия, где есть крупные вузы и так далее. Но, тем не менее, ну вот еще два примера. Последний – это то, что мы видели по открытой регуляторике. В январе 2022 года, в этом году, вот буквально 3 месяца назад, в Иркутской области законопроект о налоговом вычете приняли. Это последнее решение, это последнее региональное изменение в закон. Значит, вот смотрите, 22 региона у нас все. Теперь второе – это ГЧП. Вот сегодня уже коллега говорил про Минпросвещение. На самом деле, вот есть эти методические рекомендации. Они в 2019 году были приняты Минпросвещение о том, как распространять механизм привлечения внебюджетного финансирования в рамках нацпроекта образования. То есть, по существу, мы будем считать, что это некое государственно-частное партнерство, когда государство и фонд целевого капитала, так сказать, в складчину реализуют некие проекты. Значит, эти рекомендации есть, они открыты, можете их посмотреть. Может быть, в чем-то они действительно не стыкуются на самом деле с федеральным законодательством,
Но это тоже, на наш взгляд, очень серьезный прорыв, потому что Минпрос к этому проявил действительно очень серьезный интерес. И вот, отвечая на эти вопросы, которые сегодня были, какие новые там антикризисные решения, вот на наш взгляд, антикризисное решение сегодня – это в том числе взаимодействие с региональными органами законодательной и исполнительной власти, и в том числе профильными, те, кто реализует проекты в области культуры, искусства, здравоохранения, социального развития, образования. Да? Попробуйте с ними начать работать. Вот, на наш взгляд, это сегодня прям такой тренд, потому что государство по многим направлениям, учитывая, сегодня уже неоднократно говорили, геополитическую ситуацию, идет навстречу. Почему бы не пойти навстречу сегодня для того, чтобы развивать ФЦК? Значит, вот формы ГЧП, какие есть. Да, их достаточно много. У меня уже просто тайминг заканчивается, я не буду продолжать. Значит, смотрите, 60% ГЧП в России – это региональные проекты государственного частного партнерства. Те проекты, в которых участвуют органы региональной власти, так или иначе, поддерживают, устанавливают, значит, налоговые ставки и так далее. То есть 60% это как раз очень здоровская тема. И вот там внизу справа, вам не видно, есть механизм ГЧП в сфере образования, он же проработан. И в этот механизм включены ФЦК. То есть это еще одно интересное направление, в котором было бы неплохо, на мой взгляд, значит, целевому капиталу поработать. И все, я буду заканчивать. Предложение поправок. Значит, что бы мы видели здесь от того, что вы в планы можете свои включать? Да, мы в первую очередь говорим, опять же, о региональных фондах целевых капиталов или о тех инициативных группах, которые работают в регионах и хотят создать этот целевой капитал. Значит, вот эти три предложения вы можете на уровне неких там коалиций, союзов, фондов целевых капиталов или НКО, имеющих целевой капитал, собраться, написать общее письмо или предложение, ссылаясь на сегодняшние нормы закона вот по этим трем направлениям, и попытаться проработать эти темы с региональными органами законодательной власти. Посмотреть, готовы они идти, ну хотя бы вот на эти уступки. На наш взгляд, эта тема очень интересно может быть воспринято сейчас и в регионах, потому что все-таки социалка – это вещь серьезная, особенно в нынешних условиях. Да? И во-вторых, это все-таки даст вам возможность, опять же, иметь органы региональной власти и муниципалитеты в том числе. Вот отвечая на вопрос, на который сегодня мы пытались ответить, я вам хочу сказать, что у нас в некоторых муниципалитетах северных руководители или там замы, они говорят, слушайте, давайте мы поучаствуем сами, давайте, как создать фонд, муниципальный целевой капитал? Мы говорим, муниципальный никак. Но вот быть проводниками идей и, например, собрать руководителей предприятий и сказать, ребят, мы хотим создать там целевой капитал там, на 1000 лет, давайте там вложимся, эти 3 миллиона найдем, да? Вот эта тема вполне сегодня рабочая. Тем более, я повторюсь, и вы это знаете, у нас в половине регионов целевых капиталов нет вообще. Давайте попробуем. Я думаю, что сегодня регионы заинтересованы в том, чтобы вот эту тему развивать. И вот эти три направления, о которых я сегодня говорил, значит, это налоговые преференции, это ЕНВ и ГЧП, это сегодня те утвержденные законодательством в части ИФЗ и налогового кодекса, это те направления, которые вы можете смело идти и говорить, слушайте, в 22 регионах есть, почему у нас нет? Давайте делать поправки в эти законы. Значит, какой здесь большой есть, на самом деле, большая мотивация для вас? Ну, в том, что вы сами будете развиваться, а большая мотивация для региона в том, что они развивают социалку туда, не вкладываясь самостоятельно, то есть государство не вкладывает туда деньги, это деньги частные пожертвования, это первое. И второе, это то, что на самом деле фондов целевых капиталов в регионах очень мало. И вот эти преференции по налогам, никакого сильного удара по бюджету региона на самом деле не сделают. Да? То есть, ну сколько у нас? Пусть там 3-4 фонда будет в одном регионе, но пусть они там не доплатят какие-то 0,0001% налогов. Да? Но с точки зрения продвижения идеи, о которой уже 15 лет, собственно, речь идет, это будет, так сказать, наверное, большой рывок для этих регионов. Еще раз, в первую очередь, я говорю о тех, где целевых капиталов нет вообще и есть инициативные группы. Значит, и последнее, если у вас после вот моего выступления есть какие-то конкретные идеи и предложения, то мы готовы их рассмотреть. У нас работает много лет комиссия по благотворительности и меценатству. Это достаточно интересно и
такая крупная структура, в которую входят представители практически всех крупных компаний российских. Давайте выносить, будем обсуждать и смотреть, каким образом вот здесь, в этой части, мы в том числе сможем вам помочь. Ну, опять же, на уровне там общественно-профессионального обсуждения. Вот, собственно, все. Я попытался ответить и на вопросы, и свою презентацию рассказать. Спасибо. Спасибо, Александр. Спасибо большое. У нас еще есть немножечко времени. Можем, если у нас вопросы не появятся. Но мне, конечно, хотелось бы продолжить такой вот как бы призыв, который я вот услышала от Александра и от многих, зная, что у нас есть разные группы, да, и мне хочется, чтобы люди как-то объединились, обменялись идеями и вступили в коммуникацию плотную, да, и рассмотрели предложения с разных сторон. Не все они могут быть там проходящие, да, правильные, неправильные, но как-то если у вас есть одна идея, у тебя есть одна идея, то у нас уже вместе две идеи, да. И вот мне бы хотелось, да, наверное, ко всем обратиться и вот к участникам рабочей группы, чтобы вы в коммуникации не пропадали, общались с активными, с людьми, которые тоже работают, с практиками, которые встречаются, чтобы мы в законодательной части тоже изменения эти двигали. Вот. Возможно, у кого-то все-таки еще какой-то вопрос есть, то я, конечно, готова озвучить. А так... Пойдемте общаться в кулуарах. Нет, да, нету. Да, вопросы зал. Здравствуйте, меня Иван зовут. Вот мы как раз представляем тот региональный НКО, которое там рассматривает наше создание целевого права. А могли бы вы поделиться, может быть, есть какая-то статистика в тех регионах, где работаешь, что там получилось деньги, условно, капитал это привлечь при помощи? Или нет? Спасибо за вопрос, Александр. Это, знаете, как у Остапа Бендера, да, ключ от квартиры, где деньги лежат, да. Я вам хочу сказать, что на самом деле практика наработанного взаимодействия межсекторного, в том числе, она сегодня многолетняя. И я думаю, что те фонды, которые сегодня работают, ну вот мы просто общаемся там с десятком в последние там, год-два, да, активно. Я думаю, они просто вам вышлют 10 методичек о том, как это сегодня сделать на самом первом этапе. Да? Потому что я сегодня, вот, ну сейчас вот уже у меня 0-0 вообще, всю эту историю вам не расскажу. Я считаю, что вот действительно то, что наш модератор сейчас подытожила, это действительно очень важно. Вам надо просто встретиться с некоторыми людьми, которые все весь этот путь прошли, они вам все расскажут просто так и с большой с улыбкой на лице, и у вас все получится. Мы можем здесь поддержать только с точки зрения взаимодействия с органами власти, например, там, направить какие-то письма, какие-то тексты посмотреть, да, такие общие, понятные, да, для того, чтобы вам дальше развиваться, формировать. Спасибо большое. Да, действительно, у нас 0-0 времени. Мы продолжим. Дальше у нас будет неформальное общение. Мы все доступны. Вы можете к нам подходить и какие-то вопросы обсуждать. Спасибо всем большое. Спикерам благодарность. Спасибо.